Коллеги, добрый день. Давайте начинать. Коллеги, всем здравствуйте. В первой части сегодняшнего дня Анна рассказала про все основные аспекты государственно-частного партнерства. И сейчас мы хотим немного углубиться в экономику и поговорить про финансирование таких проектов. Соответственно, тема наша сегодняшняя звучит как опыт привлечения внебюджетного финансирования в проекты создания общественного пространства, благоустройства и туризма. И давайте начнем с того, чтобы представить спикеров. Соответственно, сегодня с нами Надежда Викторовна Санина, руководитель Центра управления проектами «Фарков». Также Эдуард Алексеевич Толоконников, инвестор и концессионер социально значимых проектов. И Сергей Андреевич Степанов, коммерческий директор сети «Городские термы». И, собственно, я, Елизавета Александрова, руководитель практики финансового анализа и моделирования, консалтинговой группы «Версус». Буду сегодня модератором нашей сессии. И прежде чем мы начнем непосредственно разбор тех очень интересных уникальных кейсов, которые сегодня у нас представлены в повестке, я бы хотела немножко поговорить про принципы финансовую структуру проекта государственно-частного партнерства, про те основные принципы финансирования, на которых такие проекты основываются, и про меры государственной поддержки проекта государственно-частного партнерства в тех сферах, о которых мы сегодня говорим, то есть в туризме, в благоустройстве и общественном пространстве. Так, можно, пожалуйста, попросить включить презентацию? Да, прекрасно. Собственно, на первом слайде вы можете видеть финансовую структуру проекта государственно-частного партнерства. И здесь есть стандартные две стороны, которые есть в соглашениях, это концедент и концессионер, либо же, если это СГЧП, то это частный партнер и публичный партнер. Но, как вы можете видеть, здесь есть большое количество других участников, которые непосредственно влияют на реализацию таких проектов. И один из важнейших участников, который есть, однако, не во всех проектах государственного партнерства, но во многих, и исторически является одной из ключевых субъектов такого партнерства, это финансирующая организация. Соответственно, финансирующая организация может предоставлять какое-то дополнительное привлеченное финансирование в проект, которое совместно с частными средствами инвестора обеспечивает те стартовые инвестиции, которые необходимы для строительства и создания объекта. Затем уже на этапе эксплуатации за счет выручки от эксплуатации объекта либо за счет платы концедента или минимального гарантированного дохода, если это применимо в таком проекте, осуществляется, собственно, возврат денежных средств инициатора проекта и возврат кредита банку, если такой кредит был предусмотрен. При этом важно отметить, что финансирование проекта государственного партнерства обычно предоставляется на условиях проектного финансирования. Это одно из таких конкурентных преимуществ государственного партнерства. В чем логика проектного финансирования? Проектное финансирование отличается от классического банковского финансирования тем, что регресс направляется не на активы заемщика и оценивается не финансовую устойчивость заемщика, а оцениваются будущие денежные потоки, которые будут генерировать конкретный проект. И, соответственно, кредит предоставляется под обеспечение этих будущих денежных потоков. В зависимости от того, насколько эти будущие денежные потоки оцениваются банком как надежные, варьируется и та ставка, по которой будет предоставляться проектное финансирование. И самая низкая ставка будет в том случае, если такие будущие денежные потоки гарантированы какими-то гарантиями со стороны концедента либо публичного партнера. Именно поэтому очень часто при структурировании проекта государственного партнерства можно встретиться с такой ситуацией, что банки требуют обязательное предоставление гарантий в форме минимального гарантированного дохода даже для тех проектов, которые генерируют коммерческую выручку. Но на самом деле получить финансирование можно и не только в случае, если в проекте предусмотрен минимальный гарантированный доход, но также и в случае, если инвестору удастся убедить финансирующую организацию путем маркетингового обоснования и эффективного подхода к управлению денежным потоком в проекте, в том, что будущая выручка
достаточно с высокой долей вероятности прогнозируемо, и ее будет достаточно для покрытия платежей и планов. Это, наверное, основные моменты, которые я хотела рассказать именно про финансовую структуру проекта государственного партнерства, для того, чтобы нам было дальше легче всем находиться на одной странице и обсуждать финансовые аспекты тех проектов, о которых расскажут коллеги. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к дискуссии, расскажу еще один аспект. Это меры государственной поддержки, которые применимы в тех проектах государственного партнерства, о которых мы сегодня будем говорить. Во-первых, это меры поддержки в сфере туризма. Это постановление номер 141, которое координирует Минэкономразвития России и которое позволяет получить льготный кредит для проектов создания гостиниц от 120 номеров, многофункциональных комплексов, в состав которых входят гостиницы, а также аквапарков от 1 миллиона посетителей и парков развлечений от 450 тысяч посетителей. А также это участие в проекте корпорации «Туризм РФ». Корпорация участвует именно в капитале, то есть это взнос уставного капитала компании, специальной проектной компании. И объем такого участия «Туризм РФ» может быть от 25% до 45%. И после ввода в эксплуатацию подразумевается выкуп этой доли инвесторов. Также для более широкого круга отраслей, включая проекты туризма и общественных пространств и благоустройства, применимы такие меры поддержки, как инфраструктурные облигации Дом РФ, которые применимы для проектов от 300 миллионов рублей при объеме собственного участия инвесторов 10% и соблюдении финансовых кабинетов. И также паблика проектного финансирования Дом РФ, которая позволяет сжировать процентную ставку, то есть сглаживать колебания плавающей процентной ставки в проекте и также получать льготное финансирование в проектах в приоритетных отраслях экономики, которые обозначены в соответствующем приказе и на самом деле достаточно широкий перечень отраслей попадает в эти. При этом важно отметить, что эта мера поддержки применима только для капиталоемких масштабных проектов от 3 миллиардов. Ну и можно сказать, что это не исчерпывающий список мер поддержки. Для каждого конкретного проекта или кейса можно применять и подбирать различные индивидуальные наборы мер поддержки. Например, если в проекте планируется создание каких-то спортивных объектов, то можно подойти к программе «Бизнес Спринг». Если это проект реализуется в регионах Дальнего Востока, то это «Восточная концессия». Если это моногород, то есть программа поддержки для моногородов от ВПРФ. Также в качестве альтернативы туризма РФ можно рассматривать участие в капитале от РФПИ. Есть также бюджетные меры поддержки, которые направляются не к инвестору, а к региону, то есть концеденту. И концедент уже далее через форму капитального гранта или внимание гарантированного дохода может эти меры поддержки направить в проект. Это, например, инфраструктурный бюджетный кредит или специальный подзначитель. Вот. Собственно, это весь перечень мер поддержки, которые сегодня тоже хотелось поговорить в небольшом вводном слове. А теперь предлагаю экономить наше время и скорее переходить к разбору интересных практических кейсов, которые нам сегодня представят наши коллеги. И первым я передаю слово Надежде Викторовне. Коллеги, хорошо слышно, потому что у меня со стороны ощущение, что звук двоится. У вас хорошо? Отлично. Наверное, для того, чтобы продолжить логично то, что начала Елизавета, расскажу, почему здесь я, зачем здесь я и почему вы теперь тема как следствие. Большая часть моей жизни. Я работала в свое время в структурах бизнеса и в структурах администрации муниципальных органов власти, и она набралась опыта и понимания того, в чем проблема с одной и с другой стороны, в чем желание и какие приоритеты есть у предпринимателей и у чиновников, почему те думают так, а не иначе, и как вот консолидировать мнение двух, в идеале трех сторон, я имею в виду нашу общественность, которая является конечным пользователем продукта государственного частного партнерства. И поэтому как привлечь бюджетное финансирование, такая краткая история о том, как мы это реализовали в администрации Ростова в городе Воронеж, когда
поднять руки, кто здесь представители муниципальной власти? А специалисты предпринимательства? Совсем немного. Почему вас так мало? Ну хорошо. Значит, вот работая в администрации городского округа, я проводила проект в офисе, внедряла систему проектного управления в администрации, пыталась систематизировать работу, в том числе с инвесторами. Хотя у нас так построена власть в регионе, что привлечение инвесторов занимается регион, а город так сказать, по остаточным принципам. Вот когда я поняла, что ресурсы есть, ресурсы в виде муниципальных объектов, которые простаивают, отягощают казну, не приносят никакого эффекта абсолютно, то есть вот этот маркер, по которому в том числе оценивают и главу городского округа, эффективность использования муниципального имущества, он как-то не сильно работал. И я вышла говорить предложением о том, чтобы создать инвестиционную карту объектов ГЧП. То есть вынести на нее в интерактивном формате все объекты, которые мы хотели бы передать в руки профессионалов, в руки предпринимателей, и те объекты, которые потенциально можно было бы создать на определенных земельных участках, тоже через инструменты государственного частного партнерства. Мы создали эту карту, команда проектного офиса администрации под моим руководством создала некие инвестиционные паспорта, которых можно проваливаясь, нажимая кликая на этот объект, получать информацию. Самое главное, минимальное, но важное для предпринимателей. То есть какая сумма инвестиций, на каких условиях продаем, на сколько лет, прогноз окупаемости и какое целевое назначение объекта. Можно ли сейчас что-либо там изменить или поменять. Таким образом, вот, собственно, к нам в проект офис пришел концессионер Дуатуа. Пришел он тогда совсем другим запросом, пришел запросом на сферы, на которых хотел разыграть спорт и такой европейский формат открытых танцевальных площадок. И мы, в свою очередь, предложили ему парк-дельфин. Парк-дельфин, в Воронеже, чтобы вы понимали, это небольшая территория, 5,5 гектара, которая много лет была такая стагнировала сама по себе, и была не очень интересна ни инвесторам, потому что небольшая, ни власти, потому что не хотелось в нее сильно вкладываться, заморачиваться с этой небольшой территорией. При этом территория у парка потрясающая локация, на берегу водохранилища, сосновый двор, вокруг строится огромное количество жилых комплексов, на тот момент часть уже была построена, часть в стадии строительства находилась. И, значит, вот Эдуард Алексеевич туда принял решение, полюбил это место, принял решение, что надо пробовать концессию. И тут мы начали прорабатывать с потенциальным концессионером, тогда еще со стороны администрации, какие преимущества, почему концессия, почему не взять это просто в аренду. Вот так, чтобы вы понимали разницу, почему концессия инструмент, на мой взгляд, сейчас самый эффективный. Потому что просто аренда – это торги. Потому что просто аренда – это другая стоимость арендной ставки, ну, во всяком случае, в большинстве регионов. Потому что просто аренда, например, для администрации – это не гарантия целевого использования объекта. Это совершенно не гарантирует того, что конечный потребитель, который ждет от этого общественного пространства определенного функционала, получит то, что он хочет получить. А это история, которую наверняка знаете, в России частенько это бывает, когда предприниматель берет что-то в аренду, а потом к нему приходят лет через 5 и говорят, извини, спасибо, свободно, меняем. Власть поменялась, меняется структура и подход к территории. Концессия же гарантирует предпринимателю, что на определенное количество лет просто так от него, как от предпринимателя, не избавится. То есть это в любом случае суды и в любом случае обязательство концедента по возврату вложенных инвестиций. Это получение объекта и земельного участка, на котором расположен объект, пользование и эксплуатацию без торгов. Вот таких классических торгов, где может выйти конкурент, предложив чуть-чуть большую цену и забрать территорию. И это гарантия того, что концедент как равный партнер, а концессия это про партнерство, про баланс интересов, как равный партнер будет поддерживать вас. Ну, по мере своих сил, возможностей, внутренних страхов, которые заложены во многих чиновников, благодаря нашим проверяющим органам. И, соответственно, для предпринимателя это еще возможность постоянно на протяжении всего этого периода развивать эту территорию, вливать в нее жизнь, иметь возможность, если учитывать 115 федеральных законов о концессиях, имеет возможность не просто базовую концепцию реализовать, да, которая будет являться приложением договора концессионного соглашения, но и устанавливать иное движимое имущество, которое позволит ему, как предпринимателю, развивать территорию, активизировать ее, получать дополнительный доход и направлять эти средства, опять же, на высокий уровень содержания территории и на его постоянное перманентное развитие. Потому что сделать парк в виде нескольких объектов и успокоить, и думать, что в течение 25 лет он будет пользоваться спросом, но это странно, да, как и любой, собственно, объект.
объекта. Мы очень быстро живем, у нас вот это первая жизнь, вот это первые изменения, и поэтому особенно вот в бизнес-приложениях, предложениях услуг, особенно в том, что, на что заточены наши жители, как развивается, меняется наша внешняя среда, вот это вот очень важный момент, инструмент, позволяющий балансировать и изменять территорию, постоянно оживая, далее мой путь немножко изменился, я решила, что я все проекты буду полезнее на стороне бизнеса, и поэтому создала свой внешний проект офис, который занимается аутсорсингом, как раз работая с концессионерами и инвесторами. Вот наш проект «Государственный частный партнерство». Мы работаем не только с Дубровым Алексеевичем, хотя это у нас один из ключевых партнеров, а со многими другими инвесторами в разных регионах, сопровождая их на двух этапах. Что важно в концессии, если говорить о моделировании, о систематизации подхода, то в концессии очень важно в самом начале понять первые несколько шагов, от которых будет зависеть успех, собственно, вашего проекта. Первое, вы должны понимать, что из себя представляет объект и земельный участок, на котором расположен объект, и территория, например, так, имущественный комплекс, с точки зрения правовой, с точки зрения инженерной, с точки зрения какого-то реновой истории, с точки зрения там, нахоженности, то популярно это было место или непопулярно. Цель, которая преследовала собой эта территория, она вообще востребована сейчас в этом моменте, в этой локации или нет? Какие есть ограничения, в том числе, вы знаете, там, охранная зона, посетителя и так далее? Почему акцентирую на этом внимание? Анализ территории в самом начале освободит вас от множества рисков потом. У нас есть пример не очень удачный одного из проектов, где, ну, он тем не менее реализуется, но вот такой пример приведу. Взяли акценты пешеходные переходы, которые вроде бы с точки зрения функционала все были готовы к тому, чтобы забрать концепцию, превратить в неординарные такие, в том числе пространства, добавить ресурсы, но оказалось, что все они просто текут неистово со всех сторон. И дело не в самих переходах, а в том, что неправильно и как-то некомпетентно проложены сети под покрытием дорожным, где протечку установить концессионеру силами его и его возможностями функционала невозможно. Помощь концедента, она слегка такая ограничена, приходится все время толкать и снимать, потому что тоже отчасти это и не их компетенция, не надо так делать, где-то сетевиков, где-то кого-то еще, чтобы решить эту проблему. То есть это все повлияло на увеличение слова, повлияло на стоимость, повлияло на то, что эту проблему для того, чтобы решить, нужно гораздо больше ресурсов вложить и сил. Поэтому вот этот момент, про который я говорю в самом начале, анализ территории, анализ имущественного комплекса очень важен. Он избавит вас потом от множества проблем. Собственно, это проблема любого проекта инвестиционного, когда вкладывается в него. Далее, на этом этапе, когда начинается уже, появляется у вас концепция, следующий этап, когда вы изучили территорию, вы разрабатываете концепцию его развития. Благо, вот внесенные изменения в закон 23 года сейчас позволяют даже менять целевое значение объекта. Если раньше это было запрещено, то сейчас согласование концедента вы вполне можете поменять целевое значение объекта, превратить, не знаю, там, здание бывшей поликлиники, которое не используется, в какую-то мини-гостиницу. Это вполне допускается с согласия двух сторон. Если проект при этом вы понимаете востребованным, вы понимаете, что у него есть своя целевая аудитория, и понимаете, как вы будете им управлять, у вас есть эти компетенции. То есть вы создаете концепцию, в рамках которой формируется базовый набор функционалов или объектов, которые вы хотите сделать в приложении концессионного соглашения. И в этом же этапе начинается процесс длительных переговоров. Длительных очень важных предварительных переговоров с концедентом и финансовое моделирование. Собственно, финансовое моделирование начинается с того, что вы понимаете, сколько вы готовы вложить, вы понимаете свою капекс, вы понимаете, сколько вы готовы получать для того, чтобы ваша окупаемость была, допустим, не более 5-6 лет, а норма доходности реально не менее 25-30%. Ну, то есть вот в таких критериях инвесторы интересы в принципе вкладываются. Потому что помимо, если мы говорим о социальных объектах, объектах общественного пространства, туристических, то здесь помимо какой-то такой социальной нагрузки, нагрузки общественной, нагрузки какой-то имиджевой, здесь, конечно, важно, чтобы эти проекты несли в том числе и вам экономический доход. Поэтому финансовая модель – это такой конструктор, с помощью которого вы в том числе можете менять свою концепцию. Если вы, играя с этой конструкцией, с этой финансовой моделью, понимаете, что те объекты, которые вы изначально заложили в суть, не приносят вам того дохода и выгоды, а за те показатели, которые вам как инвестору интересны, вы можете менять эти объекты, менять на более высокомаржинальные, меняя подход, меняя цель, договариваясь об этом с концедентом. Такая возможность есть в принципе на протяжении всех лет, пока вы будете управлять как концессионер этим объектом,
объекта, но через топ-соглашение, через